Встречаю как-то бабу Катю. Соседкой у моей была, она, в красивом, светлом платье, ко мне поближе подошла. Как поживаешь, баба Катя? Давно не виделись, друг мой, в таком моднячем ты наряде. Да ладно, Васька, бог с тобой. Ну ты красавица такая, тебя и вправду не узнать. Гляжу, какая молодая, как будто только 35. А что же думал ты, Василий? Совсем старухой буду я? Все это стоит мне усилий, в недоумении вся семья. Хожу в бассейн, диета, фитнес, не стало хлеба есть совсем. Вот потому жирок не липнет, желаю этого вам всем. Гуляю утром рано в парке, сгребаю старую листву. Дежурю ночью в кочегарке, а там-то лишнего не сплю. Из сада внуков забираю, потом гуляем мы втроем. Придя домой, не расслабляюсь, ведь на дежурство мне потом. По жизни я кручусь как белка, стареть мне просто не досуг. А день за днем, долой неделька, ой, извини, идет мой друг.